заниматься чтением такой фигни я больше не хочу. Это становится уже абсолютно неприятно, потому что люди придумывают, просто берут вещи из пустоты и ляпают лишь бы что-то. И еще и такое не. Раньше было это хоть как-то еще интересно, ну, в прикол читается, как твои слова перебирают, твои слова. Но когда сейчас уже придумывают то, что ты не говорил, о чем ты даже не думал. Да, но в принципе нет, мне на самом деле вообще по боку, что обо мне говорят, вот реально по боку. Мне просто смешно. В какой-то степени неприятно, потому что я знаю, что я с чистой репутацией абсолютно наичистей.